Я месяц пройду каждый дом. Я каждому жителю Молдаванки, Черемушек посмотрю в глаза и скажу: дайте мне одну вещь. Дайте мне кредит доверия. У меня седая голова. За мной белая биография с кучей орденов, но мне нужен ваш кредит доверия. Поверьте мне, на год я сниму к чертовой матери этот бред под названием депутатская неприкосновенность. Это в пользу бедных. Я не дам... Ну, я не хочу стыдиться. Ну, как вам объяснить? У меня все в жизни есть. Немногие говорят: зачем тебе опять жить в ладу с самим собой? Я у них у всех выиграю, потому что я не вижу, при всем уважении ко всем кандидатам, гоночных машин, сравнимых с гоночной машиной Евгения Червоненко. Все на старт, счет будет на финише.